Невыразительная стеклянная кружка за час превращается в уникальную вещь ручной работы. Нужно лишь взять краски и настроиться на творческий лад. В Химках провели мастер-класс по точечной живописи. Точечная роспись к нам пришла вообще издалека, и еще давно ею занимались аборигены Австралии, много-много тысяч лет назад. И потихонечку она дошла до нас и превратилась в такую декоративную живопись. Для росписи по стеклу отлично подходят акриловые краски. Они быстро высыхают, долго держатся на кружке и безопасны для здоровья. Можно так немножко потрясти, чтобы красочка вниз стекла. И мы с вами перпендикулярно держим наш контур. И давайте попробуем поставить несколько точек. То есть в зависимости от нажатия у нас с вами будет получаться... Я не касаюсь практически носиком бумажки, да, я касаюсь именно краски. За счет этого у меня точки получаются выпуклые. Тематические мастер-классы в Химках проходят каждый день. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.adamhimki.ru.